Все, пацаны, у Сереги стрим врублен. Пацаны, залетайте к Сереге. Ну это еще не все, блядь. Сейчас еще не все. Пацаны, давайте к Сереге грузимся. Грузимся к Сереге на стрим. Выгружаемся. Шутник, блядь. Да, тут тапка. Всем спасибо, кто зашел ко мне на канал на стрим. Подпишитесь, пожалуйста, кому не сложно. Поставьте лайк. Подпишитесь на телегу, пацаны, это будет для меня самая лучшая благодарность. Да, привет. У кого есть паспорт? Снова я? У меня права, блядь. Подожди, у меня даже права. Ну, пацаны, Виктория Викторовна такая женщина. Я все, Серега, меня хотел с ней познакомить, и вот я... Воочию, блядь. Воочию, такую увидел, бывает, что, пацаны, что это просто что-то нереальное. Что, все, поднялся у Сереги стрим, пацаны, бля. Сейчас 70-80. Давай. Давайте, пацаны, заряжаем, бля, граммы Сереги, быстренько. У меня права только есть. Да, я ничего не... Ну, потом все равно я снизу забыл. Я домой потом поеду, Серега. Отсюда? Ну да, да, я с тобой. Ну сейчас. Стрим будет сохранен, пацаны. Маслори. Маслори, здорово, братик. Пацаны. Отпустили бы мы ее к Виктории Викторовне, и Серега бы пропал на полгода. Вы этого хотите, что ли? Ну не, Серега отец. А батю бы мы с Берии выкрали все равно Викторию Викторовну. Выкрали, блядь. Да, мы бы план перехвата. На Майбахе, блядь. Да, мы это, папу нашего заберем. Из любой передряги. Поэтому все топово, пацаны. Все, да, давайте, вон уже. Сейчас, подожди. Пацаны, так. За вас. Сейчас. Стрим, наверное, оффать не буду. Там не. Кто хотите, оставайтесь у меня. А? Тинькофф. Тинькофф? Карта, Сереж, нужна? Ты можешь сейчас оплатить, тебе Паша сейчас переведет. Или Жибер, дайте кто-нибудь, блядь, номер карты. У меня сумку оставил там. В этом, блядь. Тебе объяснить, как читать? Верни 20к Симона. Симон, ты такой долбоеб. Виктория Викторовна тебе заботится, а ты с пиявками, которым на тебя похуй, потерял свой шанс. Блять, как это делается? Ёбаный рот, блять. Сейчас, пацаны, сейчас. Нет. Оп. Так, это есть. Спасибо за донаты, пацаны. Всех с Рождеством. Сергей Евгеньевич, не бросаем или спросим. Сергея Евгеньевича не бросаем, пацаны. Да. Равно тетя, мать тетя. Мог бы вернуться к ВВ и забыть Андатру и Базилков. Как страшный сон. А вместо этого с пиявками уехал равно циркумфлекс флеш. Спасибо, пацаны. Для вас старался. Это легендарный стрим, пацаны. Это 100 баллов. Это просто 100 баллов. Там сейчас все нарезки разлетятся. Не, ну, блядь. Блядь, жалко звуку донатов, что-то, блядь. Сима, хватит терпеть. Звони ВВ, говори адрес, пусть приедет с капельницей. Ребят, да мы на Майбахах ездим, блядь. Пускай... Сейчас все донаты пойдут. Чё нам надо? Алло. Ау. Нога болит? Ну... Уже не болит. Спасибо.
Нет. Нет. Нет, ну я видел, там что-то мне там нарезали. Ну что-то видел, ну. Алло. Да-да. Концепция у нас будет для ёбнуть. Серега вон вот это. Серега на азарте сидит. Все, принял. Алло. Ты можешь подождать, меня смотрит 700 алло, человек. Ты можешь подождать, тебе потом позвоню, отец. Кондатор на тебя хуй забила, а Вика приехала спасать тебя. Думаешь, с кем ты? Там мразь теперь перед толпой кидались на Вику. Пацаны. Сегодня Рождество. Свыше дали шанс. Я даже, пацаны, ради такого контента даже донаты отключил, потому что это надо было все фиксировать, чтобы все было видно в деталях. Я даже... Ну, это надо было. Так, куда нам двигаться, блядь? Пацаны, всем спасибо, кто залетел ко мне на трансляцию. Люблю вас. У нас сейчас продолжение, короче, рассказываю вам концепцию. Пацаны, рассказываю концепцию, сейчас будет два номера. Два номера сейчас будет. Нет, два, да. Два номера сейчас все равно будет. Сейчас будет два номера. Два номера сейчас. Сейчас, секундочку. Ребята, сейчас, секундочку. Я ж, блядь, проеду. Какие 20к, я не понимаю, вы о чем вообще? Я у Сереги в жизни не брал долг денег. Никогда. Вон, Серега никогда, ни разу не просил никогда, долга Сереги. Никогда. Поэтому даже мне по такому вопросу не пишите. Цися, здорово. Ты же сам понимаешь, что поступил некрасиво. Всю жизнь. Отношение к кому? Что я не сделал? Что я? Вообще, то, если так уж честно говорить, блядь, давайте, ну, как бы, вещи называть своими именами. Я хотел там, ну, поспать, заснуть, отдохнуть. И что это за хуйня в 12 ночи, блядь? Да. Ну и что? Получилось. Сядешь. Она просто ворвалась. Какой-то просто разъеб устроила. Пиздец, для чего? Да и, блядь. Ну, блядь, самое главное, что, блядь, там даже полиция как бы понимала. Да они смеялись. Да, они смеялись. Они смеялись. Смешно было, блядь. Им смешно было. Давай, блядь. Цися, с днем рождения тебя, душа моя. С днем рождения тебя. Он, у тебя, видишь, день рождения, какой контент случился. А полиция, да, как бы, они сразу с лету поняли, в чем ситуация, вообще, что происходит, как бы. Вот. Сначала охрана пришла. Мне, кстати, ВВ угрожало, что у меня проблемы будут. Этот дальше вообще, блядь, хромой, блядь. Не знаю, блядь. Мне ВВ вот так вот берет за куртку, говорит, у тебя будут такие проблемы. А вот так нет, вот на меня смотрел, говорю, блядь, у тебя такие будут проблемы теперь. Я говорю, папу моего не трогай. Ну. Серега, зря ты не поехал к Виктории Викторовне домой. Вместо этого ты приехал в Очеревский район на Дмитровском шоссе. Да, братан. Алло.
пацаны. Здорово. Такая вот возня получается. Сейчас сидим, сейчас будем подниматься там, заселяться. Алло. Виктория Викторовна завезла вообще такой контент, пацаны. Как раз... Серег. Да. Она на самом деле зря так все делала. Братан, контент сегодня реально вообще крутой был. Объял. Правил донат не появляется, сейчас что у нас там, пизда, блядь. Да, спасибо большое, спасибо. Это что, все надо сделать? Не, сейчас все сделаем. 5 секунд. Ну, сделай что-нибудь. Да, все. Сейчас все сделаем. Начерик это. Не знаю, братан. Сейчас проверю алерт. Сейчас, секунду, запомню все. Давай. С Рождеством, Давай, все, пока. Да, все, обнял. Давай. Так, это сейчас, ну что-то мы куда-то заселяемся. Да, сейчас. Я запомню. Забирай, Тоха. Тоха. Антон. Антон. Что происходит? 900 грамм, 400 килограмм. Ты с Викой всю жизнь прожила, слушаешь пьявок очередных. Позвони и поговори нормально, не убегай. Есть вещи, о которых можно говорить, а есть вещи, о которых не стоит. Не стоит. Ну, так быть. Да. Не в этом дело. Блядь. Сука. Проблемы есть. Ёлки-палки. Можно выжрать что-нибудь? Ну, где? Ну, как ты, блядь? Пошли куда-нибудь. Там бар есть. Вот там вот бар есть. Ну, да. 500 рублей стакан вот этот? Ну, больше нету нигде. Нет. Мы не согласны. Как говорится, мы... Москвичи, северяне, равно Терлецкое район, Дмитровское шоссе, 163, АК-2, равно, вызволяйте, Симона, возвращайте ВВ. Ну, конечно. Слушай, да, пацаны. Это сегодня перевал, пере... События, блин. Не за что, да. Я вообще... У меня слов нет даже. Ты видишь сигарету? Пойдем покуришь. Ну а что, где? Я говорю, у меня вроде как последняя. Есть у кого? Нет, нет. Я и зажигалку там забыл. Нахуй паспорт промыть. Ну ладно. Где мой паспорт? Тебе я вернул без вот этого. Ты сам вытащил. Да. Тебе сюда Антон положил, и ты забрал. Смотри внимательно. Есть. Надо? Внимательно. По всем карманам. Что за хуйня, где паспорт? Только что он был. Мы ж, блядь, поехали. Ну, при мне положил, Антон, сюда тебе. И ты такой, так. Раз. Бля, вы чё угодно. Терлецкий район, Дмитровское шоссе. 163, АК-2, работаем, парни. Требуется заказ такси до ВВ и заказ еды. Поехали. Так, и что у нас? У нас нихуя. А здесь ты делал? Нет. А, есть? Как курить есть что? Нет. Тоже нет. Дайте покурить. Есть сигареты? Блядь. Ну, смотри, сумки, пакеты. Не, у меня. Смотри, не теряй. Пацаны, нет. Что с донатами? Сейчас, я не знаю, у меня почему-то не работают. Розетки есть, блин? Так, ну что нам делать? Пацаны, ни сигарет, блядь, ни хуя нет. Ну да, отдыхаем.
Хуенно, блядь. Хуенно, пацаны, стоп. Вот, блядь, ну ладно. Ёлка, блядь. Завалилась, блядь. Ладно, ну хоть не умерли, блядь. Ладно. Сейчас. Бакенбарды. Пацаны, я хз, чё... Как это? Не бакенбарды, блядь, уж забыл. Сейчас ещё раз донат. Как это? Бахетле, блядь. Слушай, блядь, а... Фихуа. Блядь. Забыл, блядь, как это, когда это сухие вот эти вот листья. Ща. Как сейчас оно? Сейчас чиню пацаны. Букеты да. Сухие, это китайские, это народные. Как оно, блядь? Да, блядь. На языке крутится. Помнишь, Серега? Блядь. Как оно называется? Это аксельбанд, блядь. Сухие цветы надо. Да. А это... Да. Я понял. Да ты меня-то не оформляй, блядь. Вика, мое почтение. Вот эта женщина. Просто львица. Возвращайся к ней, идиот. Ну ты не вспомнил, Серёг? У меня сигаретник. Передайте поздравления с прошедшим ДРЧ основателю. Блин, сухоцвет. Да нет, не сухоцвет. Артём, с днём рождения тебя, братец. С днём рождения, братец. Гербария, блядь. А, вот что это за гербария, блядь. Гербарий. Вот. Под цвет. Чезарки пошли там. Это вот осталось, Серёг, у тебя там. И это тоже осталось. Там. Да все. На столе. Ну она не дала мне взять. Ничего не дала. Я, блядь, тянулся, а руки. Понятно. Пацаны, ну все, хорошо. Да. Стойте, дайте я донаты подниму, руки? Потому что это невозможно. Нет, хорошо, хорошо. Да? Как? Ты сигарет, блядь. Хорошо, здесь хочешь? А? Сюда хочешь вообще? Ну, пойдем посмотрим. 1930 рублей, а. Так, ну, блядь. Я тебе сейчас расскажу. А вообще где, блядь, находится? СК Роял. Это где? Дмитровка. Ну, блядь, все, достали. Дмитровка 6. Мы уже слили адрес. Да там уже все сделали. Дмитровка 6. Кстати, недалеко от меня. Короче, кровости. Добро заселиться, там мне уже перерезали. Даже если тоже, если даже заселиться. Окей, если заселиться. За штрафы платить. За что? По его паспорту. Это что? А за что? За мини-бар. Мы еще не, блядь, не выпили даже. Поехать и купить бухло. Дайте сигарету, блядь. Да ладно, да. Ну у кого-то. Ну я вообще последний из этой машины. Сережа. Настоящему важен. И ты это знаешь. Все остальное пиявки вокруг тебя. Так что, мы едем назад или мы заселяемся? Надо просто 2000. Если заселяемся, просто нет 1930 рублей. Не надо 2000. Так, пацаны, надо 2000 рублей. Ну, 2. Дайте 2000 рублей. Блядь, мы это 20 тысяч оставили на чуре, а не Серёга. Я, блядь, оставил... Знаешь что? Всю свою жизнь там оставил. Снова не работают донаты. Да что ж такое-то? Где ты пиздец? Вышли. А чё мы это писали, блядь? Я не ебу, зачем я это писал. Или поехали ко мне, блядь, брат.
У тебя же дети, Серег. А, на студию, в смысле? Да, что там, притихло. А у тебя ключи с собой есть? Конечно. Да. Проверь, точно ключи да, на студию? Да, да, да. Прям да, перепроверь. Да. А, в натуре. И чё? Опять на студию? А чё? А чё? С другой стороны, а чё? Ну да, только мимо ларька, блядь. Там у нас всё, блядь. У нас аж водки, блядь. Я сам всё забыл, блядь. У меня там ни документов, ни хуя, блядь. У меня даже ничего нет вообще. Бля, сигареты, то, что мы сюда тогда принеслись, ну тем не менее, что. Ну, походу, пацаны, второй раунд намечается. Нет, нормально? Едем на студию. Тоже правильно. Антон. Смотри. Нравится, смотри. Мы на студию. Алло. На студию едем обратно. Да, я тебе сейчас переведу. Переводи, короче, обратно бабки, блядь. Да. Давай сейчас переведу. Подожди. Чего подожди? Смотри, приехали обратно ко мне на студию. Да. Чего? Смотри. На этот моно на Сбер. Сейчас да, там хорошо, сейчас. Едем а, я не да, могу да, на правильно? Сбер, блядь. Это действительно потому что правильно. Это киви ебучие. Мне нужен номер карты. У нас не сигарет, блядь, нет. Там все осталось. А, на блядь, киви? Бухло осталось там. Все, окей, сейчас переведу. Это только мимо магазина надо. Мимо магазина. Антох. Сейчас. Дай одно дело сделать, Сереж. Ну, ты давай. Же понимаешь меня. Подожди секунду. Блядь, почему у меня, сука, телефон ебучий не заряжается? Блядь, я еще и пауэрбанк свой оставил. Мы едем я тебе говорю, у всех документы там остались. Мы, блядь, не, нам надо, мы подорвались вообще на 5 на... Вообще ну, непонятно, да. Почему как. Но да. Надо купить что-то выпить по-любому. Я, ну я вот сейчас уже... мимо ларька и поедем. Какой ларек, блядь, сейчас 40. Сигарет нет, нихуя нет. Магазин еще какой-то есть? Вот бар есть. Бар? По поводу выпить. Бар-то, блядь, очень это понятно. Блядь. А где ты сейчас выпить купишь? Где? Сейчас найдем. Сейчас, ну где сейчас, ты найдешь, Сереж? Ну в баре, блядь. Ну в баре выпить сигареты Антох, понятно. Ну действительно, блядь. Мне даже... У меня есть альтернатива, поехали ну... ко мне все, блядь. Мне подожди, стой, надо на студию, стой. Во-первых, нет, надо понять, что там происходит. Потому что у всех вещи остались. Во-первых, надо понять, что там происходит. Я прямо 10 минут от студии. И это тоже. Где там? У тебя ключи есть? Конечно. Ну там... А может, она там объявление лица народа в замке не сменила? Я думаю, все. Кружка мне нужны далеко. Документы. Конечно. Мне там ключи, как минимум. Не знаю, я прямо у метро ВДНХ. Да, да, это правильное решение. Это правильное решение. Да. Так, подожди, сейчас. Во-первых, там есть на студии алкоголь. Давайте начнем с этого. А, да? И это тоже. А, Мартин. Я знаю, что я вышел с пакетами, вот две ступеньки, где дверь. Я вот там пакет поставил. Если их не выкинули. Скорее всего, их выкинули. Там, блядь, бутылка апероля, там бутылка коньяка, там... Блядь, пиздец вообще. Ну поехали, блядь. Хули, поехали, блядь. Поехали, хули, блядь. Подожди, поехали. Дайте я деньги переведу. Ваши бухлы благополучно забрали Маранди и Линк. В кружках есть этот момент. Нихера там нету на студии. Да, есть, а сигарет хорошо, нет. Позвоните на здоровье. Сигарет Линку нет. Наберите. Да. Пусть возвращаются. Сейчас, это... Блядь, сейчас... Да. И? Да, я тебе отдал паспорт твой? Да. А твой паспорт вот при тебе? Твой паспорт? Мне нет. Паспорт? Да, при мне. При мне. Да, забрал документ. Да. Ну что, Женя, давай переводи банк, сейчас Маша приедет. Хорошо. Куда? На студию едем. Мы нет, нам поехали на студию обратно. Надо, да, блядь. Я же про то. Да, я тоже думаю. Блядь, ну звони Паше, кто-нибудь. Кирилл не берет. Я не могу позвонить Кирилл Паше. Не берет. Блядь, сука. Ну поехали что, обратно. Почему я, блядь, все решаю? Ну ёб твою мать, блядь. Кирилл не берет, все. Подождите, дайте мне одно сделать, я будем не продолжать, могу, блядь. Блядь, сигарет-то, ёпта. Перевод между кошельками, на киви-кошелёк. Ой, извините. Сигарет здесь не продают, Паша. Стой, Серёга, Паша, да, Паша, блядь. Серёга. Есть сигареты? Нет. Ну, всё там осталось. А у нас сигарет даже на студии нет. Нет, там пачка. Всё скурили. Так это моя и была, я угощу да. Всех. Нам надо либо где-то по пути заехать. Говорю, надо какой-то ларек найти хотя бы. Подожди, сейчас тачка приедет бесплатно. Сейчас.
Паша Грин. Может, бар стоит по 100 грамм? Алло. Да, все, я перевел на киви. Сереж, проходи быстрее. Да пошли, Паша. Что за тачка? По 100 грамм. Что за... А? Пожалуйста. У меня только бабла нету, блин. Да у меня есть. Нет, там работают. Ну, он бармен, вон, у него нет себя. Чек прислать или что? Да. Бар работает? Нету никого в баре? Сейчас. Там сигарет, вот бармен. У тебя сигарет нет? Но нам не сигареты выпить. Везде у вас не будут сигаретки, а? О, какие люди, вон, чем вся история закончилась. Говори. Алло. Алло. Да. Вот так понятно. Как там умудрился? Сейчас. Сам упал. Мы уехали. У всех остались сумки. Не. Да, без шуток. Слушай, Паш, не есть, не дело не в этом. Нам надо вернуться, потому что... Ну, ко мне пацаны приехали. Плюхнусь на диван, блядь. Там, я еще понимаю. Пацаны, ну что я могу сделать с донатами? Ну, пытаюсь. Они что-то моментом простреливают, моментом нет. Что ты говоришь? Я сейчас нас тут... Да, потому что мы уехали, я говорю, мы документы там забыли. У нас там... Пацаны... Сейчас еще раз, пацаны, перезвоню. Пойдем куда-нибудь, куда-то нам поставить. Давай. Да, мы куда-то. Да вот. Сигареты, вот. Пиво. Пиво. Нам сказали. Че? Пиво там. Вот здесь, вот. Алло. Он сказал. Там оно что стоит, сказал? Блин, пап. И сейчас. Да, Паш, да. Куда идти? Так, давайте. Вот еще. Здесь, вот. За углом. Бар, идем, бар.
Чего? Алло. Да нет никого тут на месте. Короче, сейчас я тебе перезвоню. Подожди. Перезвоню, говорю, сейчас, подожди. На диванчик сюда куда-нибудь. И в тачку обратно. Я пиво буду. Мне пиво можно. Сколько? Ты прыгай. Максим, прыгай. Я сейчас все возьмем. А что, он тезка мой? Да. Да? Получается. Ты током бьешься. Вот, давайте. Пацаны, старался. 50 Джеймс. Все, да наш сон. 2 на 50 Джеймс. Ёпта, а что ж ты не сказал, что нет, здесь? Нет, мне сам дом. Сережа бы забрал. Да поехали. Лошок, зачем ты Наталье звонил? Адвокату. Производил кипиш, как тёлка. Шугался, ВВ. Серёга, ответь ему ещё. Дон Сифон. Терпение и удачи с конфликтом, ВВ. Будьте просто с тобой. Пиво еще, пиво. А, одна кружечка. А можно что-то? Ну, а что? Можно. Чего вы пьете? Ну, пиво. А. Ну, что-нибудь такое, да. Ну, Сереж. Серег, можно? Ты будешь? Можешь. Виски? Можешь. Конечно. Да, давай, пиво, виски. Такое? Еще ну, 50 грамм. Пиздануть, да. Еще 50 грамм, давай. Да, и... Для сухарева, для... Пиво, пиво. Ход ноги, на ход ноги. Пойдем, доедем сейчас. Блин, мы сейчас все пьем? Есть, блядь. Все есть. Ну, давай вот есть. По одному разу сейчас. Что там, пиво? Ну разок, да, на ход ноге. Я-то ладно. Пиво не буду, мне вот ёбнуть и поехать. Давай одну на всех пиво возьмем. Давай, давай, так, кстати. Так, да. И еще 50 грамм виски. И еще вискаря. Да, 50 грамм. Да. И дайте еще 2 стакана со льдом, пожалуйста, для кока-колы. Нормально будет? Поехали, доедем сейчас. 5 минут. Не, надо, 10. Сереж, по-любому надо. Хули, блядь. Там все куплено. Слушай, ну она же не там, но она по-любому. Да нет, все уже. Она сейчас стоит по смерти, она по-любому сейчас зайдет. Че? Сейчас уже. Ну да, про кого еще? Все уже по барабану. Все, она на самом концерте хотела. У нее что-то такое ощущение было. Знаешь, когда она приехала, она на один момент такая вышла. Я когда за ней на улицу пошел, она такая... Я потом раз... Типа ржала? Да-да-да, я такой... Так, да-да-да. Что ты хочешь себе? Мне показалось, что она в конце хотела, ну типа хай. Ну всех разогнали, блядь. Я не знаю, блядь. Нет, ну пацаны, блядь. Нас разогнали, блядь. Вы, блядь, документы все забыли. Все без сумок уехали, блядь. По карте, Сереж, да? Да, нет, мне просто показалось, что она захотела, знаешь, такого. Спасибо, вот, ну, да. Типа давно ничего не было. Надо что-то сделать, чтобы давай, ее вспомнили, будешь? Блядь. Вот она и... Ты пьешь или что? Да, будем, я будем. Дайте пить, блядь. Да. Да. Здорово. Макс, Максим, да? Да. А, тезка. Привет. Да. А, ну стой. Привет, привет. Если ты этот еще возьмешь, смотришь, за тебя. Загадал. А, ты между двумя? Я понял. Не-не-не, серьезно, Макс, меня зовут. Так, сейчас. Так, обратно едем, ёпта. Так, оплатим. Серег, это здесь понятно. Будем. Но я выпил. Пацаны, пацаны, за вами. Повторите? А? Повторите? Нет, я плачу. Понятно. Так, давай. Я не услышу, ребят.
Давай, чтобы твои эти косточки там, блядь, быстрее срастались. Слышишь? Блядь, заебала мне девушка звонить, она что, конченая? Твоя? Да. Так, это нам... Не сделаешь, пожалуйста, такси. У меня стрим идет, пожалуйста, не руи. Я тебе могу позвонить. Алло. Давай, так. Ну, мне сделай сейчас, пожалуйста. Все. Если это минус, посмотрите. Я, блядь, название уже 10 раз сказал. У меня стрим идет. Звонить нам. Пиздец, блядь, 10 раз сказал. А что там? Да моя мозга идет. Блядь, бывает такое. Как обычно, ничего нового. Сейчас такси будет, сейчас. Звонутая, зачем ты мне звонишь? Кстати, дай салфетку еще. Не, ну пацаны, блядь. Действительно, все забыли документы. Нет, нет, Сереж, на суде я не могу без документов. Когда Симона взорвали, он кричал: я. Сегодня же Рождество еще. Нет, у нас-то там все есть. Там кроет, полчаса. Она стопудово под датой приехала. Она бы так, она просто у нее смелость. Так бы не вела. Так бы не вела. У нее просто бы смелость не хватило. 100%. Нас, блядь, извини, там 10 мужиков сидело. Не, ну мы кого-то трогали. Менты приехали. Ты спал. Мы вообще сидели спокойно, разговаривали. Просто дверь открывать. Аналитику. Здрасте, блядь. Я ваша тетя, блядь. У меня вот такие глаза. Да ладно, это что, она? Я ее не раз. Мы так живем, блядь. Мы так живем, блядь, да. Сереж, это легендарнейшее, блядь. Это просто пиздец. Я не знаю, как это сказать. Не, да. Пацаны, это Сереж, мы тебе... проебали все документы, блядь. Это сумки, а представь, там ключи. Блядь, я не сам... дай бог, она что-то сделала. А что, что? Она может вообще, блядь, поменять. Просто открыть сумку, блядь, достать паспорт, порвать. Да, собрать ваши все. Да, не думаю. Не. Ты не какая она, она тебе, блядь, финал. У меня сейчас. Финала. Да, было дело. Но... Так. Сейчас мы, во-первых... Она считает нас алкашами. Мы сейчас, во-первых, приедем... Седьмой Москву. Синяк. Серега, Бластромен, да. Дон-д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 он-
Едет последняя фурия. Выпей вискаря, тебе же налили 50 грамм. Выпей вискаря, тебе же налили 50 грамм. Выпей вискаря, тебе же налили 50 грамм. Выпей. У нас все есть. Ребят, подожди, на который вот так нажимается. Если сюда Биби сейчас подъедет, это пацаны. Слушай, Серег, ну что, сейчас я покажу, что такое Бостерман, блядь. Чтоб, блядь, ну, чтоб не... Они сейчас охуели, секунду.
Бластермен. Двух человек, блядь. Дуэт. Чтоб все охуели. Вы думаете, хуйня какая-то? Ага. Подожди, а куда делись вообще виджелинки? А, кстати, ты знаешь, да? Я не знаю. Вы сейчас охуеете. Нет, на вас куда уехал? Блядь? Ну, блядь. Ай, блядь, я поймаю. Подожди, у меня только... Сейчас поедем на студию, правда? Да. Да. У меня только тут Бластермен есть. Вы заказали такси? Да еще или раз что? Говорю, вы сейчас охуеете. Вы заказали? Да, вы ждем пока. Охуеете. Ждем. Набирайте Бластермены, это мои шведские друзья, блядь. Вот они с этими очками, ебаные. Да, 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 вот они. Вот, вот, вот. Вот они, вот они, с этими очками, да. Ну ты видишь? Держи, бери. Да. Это за меня. Слушай, а у меня еще твои розы. Не пиздите пиявки, в отличие от вас, у ВВ есть яйца, вы еще те бомжи, которые сосут деньги, вам на него вообще похуй, ебки. Нихуя себе, какие очки. А, вот подожди, это вот эти Сашки. Вот это Сашки. Это? Я же тебе говорю. А, какой Сашки? Не, не Жена Саша. Твоя? Не, не Саша. Нет, не а ее. Блин, Рейбена нету. Не, не ее. Не ее. Можно мне, Сереж? Не ее. Не ее. Можно мне? Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, кто. У Сашки Рейбена. Это мои, ладно. Ебать. Серег, не ее. Я вот у тебя шарфа смотрю. А, тоже, тоже лежит. Где? На студии, блядь. Серьезно? Конечно. Клетчатый такой, бело-черный. Да я знаю, блядь, я увидел, блядь. А куда ты его спрятал? Я просто... Серега, он у Сереги брал интервью. Кто? Я сегодня там прошелся и ничего не увидел. А, он к нему нас, блядь. Серега, серьезно? Начнулся, стоит у них и говорит: ай-я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 й, собака, гатра, собака, ВВ, собака, обратный, слэш, циркумфлекс, 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 обратный, слэш, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Добро уже прошло, или праздник только еще стучится в дверь. Дон Симон, открывай охота, крепко ломится в голову. Сумки, блядь, все там осталось. Все пизда нахуй. Два. Еще плюс телефона Powerbank стоит. Мы? Так сделаешь или нет? Просто нам понять. Мы тут сидим, просто не понимаем, нам ехать, не ехать. Да ехать, блядь. Да нет, все, я сейчас закажу, блядь, чё? Проблемы какие? Все, нахуй, блядь. Ваш. Не, ну надо ехать, блядь, чё, понятно. Да, хорошо. Я человека напряг, чтобы Сигу нашел, Максима, вот этого. Бля его? Можно? Не, я не знаю. Хотя бы одну двоих. Он говорит, сейчас попробую кентов спросить своих. Ну, понял. Персонал. Понял. Ждем, пиздец, да? Чтобы я напрягал тест. Ну ладно. Короче, сейчас Паша что делаем? Организует. Я беру. Нет, не надо, сейчас Паша организует. Он сказал, 2 минуты дай мне, сейчас все будет. Сейчас Виана. Ну, да, да, да. 2 минуты, 3 дня. Мерседес Виана. Потому что мы, блядь, у нас все там осталось, блядь. Документы, хуенты, блядь. Алло. Так, а поссать тут где-то. Рви куртку за пацанов. Струяч в шатуны за пацанов. Перди в берю за пацанов. Ай-я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 й
Поехали там. А, уже есть все? Братан, забери мой телефон. А. Ой, сейчас. Сереге отдай скрипку. Ну, он только что мне его передал. Держи. Нет, ну я посыл. Ёбаный брод. Подожди, еще раз вопрос. А ну, братан. А он, блядь, определиться не может, поссать ему. Не-не-не, ну, потому что мы сейчас у человека просили курить. Сейчас он должен метнуться и... Вот. А, ну вот. Можешь просто... Я у тебя две руки, две ноги, у меня одна. Да понятно, но я тоже разорваться, ёбану. Сейчас. Сейчас тачку. Можно? Сейчас. Сейчас. Ё, секунду. У меня рухнем. У меня рухнем. Дома? Ну, на студию сейчас. На студию? Да. Блин, угорать, ну возьмите, блядь, ебучий, кто-то у меня телефон. Серег, можешь взять? Я не могу вот так вот взять телефон и на костылях ебашить. Ну я стримлю, Серега, да тебе ж спасать надо. А где то? Вот он. Да я сопровожу. Серег, вот кабинки. Ну, далее я не буду, да? Ты можешь взять ебаный телефон, чтобы я хотя бы сел на диван? А ты можешь взять? Что я, блядь, возьму? У меня в двух руках костыли, блядь. Что? Я не знаю, как отвечать на такое обращение. Кто говорит? Я. Зачем? Чтобы ты включил? Нет, я не буду включать. Ты можешь на статив? Юр, можешь на статив? Серый. У тебя уже 700. У тебя что-то там, да. Заряд там или что? Ну давайте, короче, пацаны, да, потому что я позже не могу. Подрубишь, на... Позже подрубишь. На костылях для них. Да я домой еще поеду, короче. Все. Да, вот он сказал, да. Он прям сказал, как ты сказал. Или не поеду, может, на студию поеду. Да мы сейчас на студии. Вот, это не, я не пизжу. Паш, скажи, а что, это что ты за попросил. Хуйня? Правильно? Мудилы вафельные, делайте завоз. И перековачка обшевелите. Ебучая шмара, я. Что случилось? Ничего не происходит. Донер он Дондон, скажи, а искра то прибежала, а? А? А чувства то проснулись? Как она тебя, как в старые времена, пожалела? Ну да. Сейчас ждем 3 минуты. Да уже ладно. Помню. Спроси, сколько ждать? Спроси, сколько ждать такси? Да я просто думал, типа, что случилось, что это, косячил, что ли? Да нет, что, нет, не в этом дело, блядь. Не в этом дело, блядь. Спроси, сколько ждать? Ой, блядь, какой я ёбнутый пиздец. Я понял. А прикол в том, что, ну, Виктория Викторовна там мой стрим не могла увидеть. Меня смотрело 20 человек. Она сама приехала. Сейчас, Паш, подожди секунду. Я просто на костылях стрю, сейчас сяду. Паш, скажи, мы ждем. Так, мы ждем такси, пацаны, сейчас. Не такси, к вам едет Ашотик. Нам едет Ашотик на Майбахе. Ашотик на Майбахе опять? Да. Берет ты, бучая жирная пьявочная чепуха. Пидор кромоногий и такая же залупа. Да. Не сбережу, Тисимон, а? Отрежу яйца с обоим обратный слэш циркум. Да, хорошо, братан. Ну все, принял. Понял, принял. Все. Я понял, Паш, давай, тогда наберем копчу. Угу. Давай, обнял. Угу. Так, Сереж, слушай меня сейчас внимательно.
Как выключить звук на стриме? Тут можно? Нет. Ну, подождите. Короче говоря, надо выключить стрим, потому что сейчас будет вторая волна на стриме. Надо выключить стрим, чтобы Виктория Викторовна не видела, где мы и что. Мы должны без стрима отдыхать, поэтому надо сейчас выключить. Все. А. Поэтому, когда мы сядем в машину, выключай стрим и говори. Говорит, все, пацаны, я еду домой спать. Мы едем на стрим. А, выключай стрим. Это важно, потому что сейчас могут смотреть. Ну ты понял. Сережа, ты где? Ты вернись, я все прощу. Кто? Чё? Чё сказали? Слышал? Сказали, Серега, я все прощу, Сереж, вернись. Сереж, сядь сюда просто. Сядь. Присаживайся. Да. Так, пацаны. Так, мы ждем такси, правильно? Да. Я понял, что Паша говорит, почему стрима. Тебе еще тоже говорит. Так, куда мы едем? И через сколько? Тогда надо... Овким. Мы едем домой тебя отвозить и стрим выключаем. Че? Мы домой едем... Во сколько? Мы домой едем тебя отвозить. Хорошо. Спасибо, бро. Блять, ну как? Ух ты, ёб твою мать. Блять, а мне не дал. Всем дали, братан. Всем дали. Можно? Пиздонит. Пиздонит, блять. На нахуй. Спасибо. Нет, блять, это охуенно, блять, охуенно. Красава, блять. Так, ну так, а так, что мы делаем? Нельзя. Выходим. Выходим. Антох. Выходим на улицу. Куды? Тут же везде. Сейчас офаем, 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 офаем. Если куришь, пока офаем. Ну, а как? Да. Нет, если как хочешь, скажешь, как скажешь, папа. Нет, я могу здесь закурить, блядь. Ну. Нет, здесь не надо. Я предлагаю, знаешь что? Я просто. А после вот покурим. Нет, до Сереж, дома. Я просто. Ну, до студии. Курим. Едем? Или чего? Серег, мы, ну, блядь, сейчас долго. Паша, мы сейчас едем в другое место. Позвоним еще раз, он сказал, что хорошо. Да. Какой нахуй шо? Едем в другое место. До дома. Блядь, типа. У меня 2%. Кило держим, блядь. Кило 100, кило 200, блядь. Да пацаны, ладно, да дело даже не в этом, блядь. Я шоссе до меня. Да. Сколько за то, чтобы выехать с ноги жирному поебалу? 5 штук, блядь. 5 штук, нахуй. В ебу, блядь. А чё нет? Ебать. Алло, Паш, он донатил мне сегодня деньги. Без стука, он смотрел мой стрим. Да, все лучше. Серег, хватайся за Вику. Похуй нахуй, что Альфонс. Но это реально последний шанс. Какое такси? Когда приедет, правда? Ломай белобрысый, не вторую ногу за пацанов. Ломай пиявку полностью. Бомжи, целуйте стропон, учень уже охаха. Че, ну когда? Через 6 минут, я правильно понял? 5 минут. Все, понял. Нет, тебя, давай, мы с ним еще не знакомы. Но если хочешь, я... Ну, я могу, нам надо вещи забрать. Так садись! Он с Серегой дружит. К нему и давай. Кто? Да это он Серега, мы Сереге говорим. Кто? Crazy Mega Hell. А. Вот. Он с Сереге брал интервью, он не меня сегодня спросил. Я думаю, что тебе привет передать он точно смог. Михновцу и скажи, чтобы мозги не бал. Ай-яй-яй-яй-яй.
Да ладно. Ты вообще понимаешь, нахуй, что твой парень? Выходим, блядь. Все. Ходим? Пусть тебе алло. Все тёлки, да. Я три косаря сейчас. Надо меньше надежды. Закосарить тебе тоже. Хорошо. Хорошо. У него три косаря на донейшн нарезают. Сережа, это Вика. Я иду к вам. Нам надо поговорить. А тебе дать показания в милиции. Я знаю. Я знаю. Да, я знаю. Короче, если тебе забудет, то можно. Хорошо. Ты прав. Да. Мы сейчас в отеле. Сейчас. Да. У меня 2%, короче, я только на стриме Сереги. Но у меня на стриме Сереги очень много хейтеров. Вам пиццу на студию. Вы ее покушали? Чего сделать? Сейчас покушаю. Ладно, братан, я понял. 3 минуты, я правильно понимаю? Я что, ебал? 2 минуты. Если что, все, я тебе на секундочку скажу, звоню. Часть этих видео не я выкладываю. Паш, я теперь звоню. У все, меня опять модул там, это вообще. Паш, все, мы поехали, Маш, давай, целую. Давай. Ты там своим костылями, блядь. Мы даже покурили успеем. Мы покурим, вот. Успеем. Я и говорю, что стоп. Угу. Костыли. Пошли, покурим, и сейчас. Майбах, блядь, приедет, Серёжа. Майбах опять. Ну, едем обратно. Давай, блядь. Чего? А что там? Ну, давай. Сколько там? 1400. Серёг, всё, вырубай стрим, надо домой перевести. 1410. Нихуя себе, блядь. Человек миллион. Проверь карманы колейки Белобрысова, проверь. Всякий случай, ёпта. Белобрысов, проверь. Коллеги Белобрысов, проверь на всякий случай. Тебя проверить надо. На что взять? Тим, ну серьезно. Посмотри на этих людей. Тебе интереснее с этими серыми оплывшими лицами, чем с ВВ на розовой кухне? Я хочу закурить. Нет, а вы сейчас что? В машине, да? Да. План такой. Ну не торопись. Майбах. Майбах. Серёг, ты чё там? Как оно? Да. Нормально. Иди. Да, это крутится. Мы сейчас войдем в ритм. Вы, да? Алфировали? До свидания. Пиздец, Сереж. Ну, блядь, опять майбах. Сереж, скай, не допустим.